Фильм «Русская историческая живопись XIX века» хотелось бы предварить напоминанием об очень значительном для отечественного искусства юбилее. В ноябре 1982 года исполнилось 225 лет Академии художеств. В стенах Академии и зарождается исторический жанр. Его признавали наиглавнейшим среди жанров. На него возлагали большие гражданственные воспитательные задачи. И уже скоро он был прославлен именами Антона Лосенко, Григория Угрюмова, Андрея Иванова. В одном из поэтических набросков Пушкина есть замечательные строки. Размышляя о любви к родной истории, он основывает на этом чувстве самостояние человека, залог достоинства его. Эта мысль утверждается в значительнейших произведениях исторического жанра. В них поставлены проблемы судеб нации, личности и окружающего мира, насущные духовные и нравственные вопросы. Сегодня вы увидите полотна Карла Брюллова, Федора Бруни, Александра Иванова, Николая Ге и Василия Сурикова. «История наша стучится в ворота», — сказал о начале XIX века Герцен. Историей жили, на ее опыте учились, к ней чутко прислушивались, задумываясь о будущем. Как в древности народный сказитель баян или в тревожную эпоху русского средневековья летописец, художник ощутил себя историком, связующим прошлое и настоящее. Баян, герой картины Виктора Васнецова, создатель и хранитель героического эпоса. Первая дописьменная история Руси передавалась из уст в уста, из поколения в поколение. Певца восхищают могучие деды, он любит славянских героев победы, их нравы простые, их дух боевой, он любит долины, где бились народы, пылая к отчизне любовью святой. Осада Новгорода суздальцами – памятник новгородской культуры. Его нередко называют первым опытом исторической картины на Руси. Созданный в XV веке, он обращен к событиям трехвековой давности. Примечательна достоверность передачи деталей одежды, вооружения, архитектуры. Не деяния прошлого, понеже о сём много писано, но свершение настоящего – вот предмет распространенных в Петровскую эпоху баталий. Их мажорное звучание сохранено в шпалере, созданной к 60-летию Полтавской битвы.
Меч. Композиционный центр картины «Марфа Посадница» Дмитрия Иванова, представителя академической школы начала XIX века. По сюжету меч наследует юный воин из Древнего Новгорода Мирослав. По духу времени – молодые современники художника, будущие воины Отечественной войны 12-го года. Ужаль страшится нам могилы, и лучше ль смерти плен отцов, позор и стыд отчизны милой и власть надменных пришлецов. Нет, нет, судьба нам меч вручила. Против власти пришельцев борется и герой картины Андрея Иванова «Подвиг молодого киевлянина». Он прорывается сквозь стан осадивших Киев печенегов, чтобы вплавь преодолеть Днепр, сообщить своим об опасности. Согласно канонам классицизма, юный славянин уподоблен героям античности. Он изображен нагим, он прекрасен и мужественен, он без тени сомнения и колебаний идет на подвиг. Также бестрепетно жертвует собой герой полотна «Подвиг купца Иголкина» Василия Шабуева. Художник обращается к эпизоду времен Северной войны. Классицизм учил художника видеть в истории арсенал гражданских доблестей и добродетелей. Однако драматизм реальных событий преодолевал героическую идеализацию, как это случилось в картине «Расстрел французами русских патриотов». Нет, нет, судьба нам меч вручила. «Всем народам на врага навалиться», – писал Багратион, герой 12-го года. «Война теперь не обыкновенная, а национальная». Мысль этой картины принадлежит совершенно вкусу нашего века, который выбирает сильные кризисы, чувствуемые целую массою, сказал о последнем дне Помпеи Гоголь. Сюжет, избранный художником, непривычен для академической живописи. Последние минуты города, гибнущего под лавою и пеплом. Карл Брюллов опирался на свидетельство древнего автора Плиния-младшего, очевидца драмы. Художник работал на месте раскопок. «Декорацию сию я взял всю с натуры, не отступая нисколько и не прибавляя». Пушкинские строки – отклик на образ, созданный Брюловым. «Везувий зев открыл, дым хлынул клубом, пламя широко развелось, как боевое знамя, земля волнуется, с шатнувшихся колонн кумиры падают». Отныне в исторической картине отринута старая схема «Герой и статисты – толпа». Целая масса и чувствует, и действует, и борется. Брюлова волнует реакция человека на бедствие, неподвластная его воле. Как он поведет себя? Найдет ли силы противостоять стихии? Найдет. И страх смерти отступает перед любовью. Thank you.
художник – это автопортрет Брюллова. Бесстрашно вглядывается в окружающее, выполняя свой долг – свидетеля, летописца, творца. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Исключительность ситуации, накал человеческих страстей, мощь стихийных сил – это приметы романтизма. Творчество Брюллова – смелый, блестящий, страстный поиск большого исторического стиля. Нравственное, социально-философское переосмысление библейских тем со времен Пушкина и декабристов стало традицией в русской культуре. Недаром реакционный литератор Фаддей Булгарин доносил правительству: «Библия и Евангелие есть республиканский кодекс в устах умелого толкователя». Современники воспринимали символически трагедийное звучание полотна Федора Бруни «Медный змей». Кажется, краски времени несет и сам колорит, глухой, желтовато-землистый. Согласно библейской легенде, гневный ветхозаветный бог карал неверящих и роптавших, насылая на них ядовитых змей. Спасались лишь покорившиеся, принявшие проповедь смирения и веры. Композиционный узел картины – фигура молодого мужчины в смертных муках, гибнущего, но не смирившегося. От нее тянутся смысловые нити к другим группам. У каждой свое горе, свои муки и надежды. Рожден в стесненной монархии, не раз видел терзаемых своих собратьев, вспоминал о годах своей юности великий русский художник Александр Иванов. Сын профессора исторической живописи, Иванов с молоду познал плоды науки строгой академического классицизма. В картине «Беллерофонт отправляется в поход против Химеры» он демонстрирует совершенное владение секретами школы, классическую строгость композиции, красоту линейного ритма, тщательность живописной отделки. В картине «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения» задача уже принципиально новая. Безмолвный диалог
требующий глубокого проникновения в человеческую психологию. Мольба, сомнение, страх, крепнущая всепобеждающая вера. В образе Марии Иванову удается выразить движение человеческого чувства. В главной картине Иванова «Явление Христа народу», вариант которой хранится в Русском музее, нравственное озарение, духовный перелом переживает не отдельный человек, но все возрасты, общественные классы, характеры и состояния человеческие. Так писал художник. Евангельская легенда о явлении Мессии трактована художником как притча о выборе пути. Каждый персонаж убеждает удивительной жизненностью, выстраданностью душевных движений. За ними неповторимость человеческой судьбы. В передаче света, воздуха, трепетного многообразия оттенков и рефлексов Иванов-колорист намного опередил современную ему живопись. Дотрагиваться до сердца. Без этого что такое историческая живопись? Эти слова Иванова могут служить девизом и для художников следующего поколения. Картина Николая Ге «Тайная вечеря». Традиционный евангельский сюжет. Однако каноническое прочтение отвергается молодым художником. Неназидательная притча, но живая человеческая драма разворачивается на полотне. Идейное размежевание, горячий и страстный человеческий конфликт, неотвратимость выбора. Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе. В этой работе, написанной без малого 10 лет спустя, Ге возвращается к теме идейного противостояния. Теперь, пожалуй, впервые в русской живописи, художнику удалось показать в человеческой драме столкновение различных исторических интересов, тех социальных сил, которые стояли и за Петром, и за Алексеем. Достоверность исторического действия становится к этому времени обязательным требованием жанра.
картине «Военный совет в Филях» в 1812 году молодой художник Алексей Кившенко следует этому правилу, опираясь на документальные, иконографические и мемуарные источники. Москва 17-го столетия. Купеческая семья, чада и домочадцы. Историческая достоверность. Конечно же, Андрей Рябушкин безупречно знает историко-бытовую сторону своего предмета. Однако не менее важна для него достоверность поэтическая. Городская улица с ее обычной жизнью. Художника завораживает ее плавное течение, неповторимая красота национального бытового уклада. Щедрая красочность костюмов, излюбленное в 17 веке сочетание открытых красных, желтых, синих тонов. Естественность, стать, цельность характеров, нравственное здоровье народа. Их нравы простые, их дух боевой. Он любит долины, где бились народы, пылая к отчизне любовью святой. Я не понимаю действия отдельных исторических лиц без народа, говорил великий русский живописец Василий Суриков. Покорение Ермаком Сибири. Две стихии встречаются, объяснял художник. Ермак в гуще схватки, он уверенно руководит боем. Немногочисленное, но сплоченное единой волей войско казаков могучим клином рассекает пестрое воинство Кучума. Напряжение ощущается и в самой живописи, крепкой, густой, звучной, захваченной из существа действия, как определял ее Нестеров. Мощные люди были, сильные духом, размах во всем был великий. Народ и подлинно народный герой едины.
Так глубоко и прозорливо решает Цуриков извечную проблему исторической живописи. Движение истории. В картине «Степан Разин», написанной уже в начале нашего века, величавый бег могучей ладьи – метафорическое выражение этого движения. Молодецкая удаль Разина и его соратников – олицетворение размаха и энергии народного бунта. Мысль высокая, дума вольная. Русский музей гордится собранием поздних произведений живописца. Идеалы исторических типов воспитала во мне Сибирь с детства. Она же дала мне дух и силу и здоровье. Народное мироощущение питало искусство Цурикова, давало ему горячее чувство неповторимого национального колорита. Могучее искусство Цурикова завершает русскую историческую живопись XIX века чистой, жизнеутверждающей нотой.